Константин Федотов принимал участие в операции «Багратион», форсировал Днепр и Неман, участвовал в боях в Восточной Пруссии, штурмовал Берлин, а высшей наградой за вклад в Великую Победу фронтовик считает свое участие в параде 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. На этих картах, нарисованных вручную, путь, пройденный до самого Берлина. О себе, молодом ефрейтере, который прошел этими дорогами, вспоминает с улыбкой, а нынешнему поколению дает наказ. В трудные годы лихолетия, значит, задача стояла, и задача вы были защитить, отстоять Россию. Эту задачу выполнили. А молодому поколению предстоит Россию оберегать. Константин Сергеевич закончил военную службу в ракетных войсках стратегического назначения. Имеет множество наград, в том числе орден Красной Звезды и ордена Славы второй и третьей степени. Недавно отметил 94-летие. И, несмотря на солидный возраст, до сих пор в строю. Вместе с коллегами по ветеранской организации и членами клуба «Пересвет» ветеран показывает старые фотографии, рассказывает о своем активном участии в общественных мероприятиях и о работе по патриотическому воспитанию молодежи. Говорит, график очень плотный. Все нужно успеть. Константин Сергеевич – это человек, который непосредственно участвовал в Великой Отечественной войне. И когда он говорит, вот рассказывает детям, в том числе и взрослым, они из этого черпают истину из первых уст. Вот это есть патриотическое воспитание. Вот это основа. Как говорит сам ветеран, работа с подрастающим поколением будет проводиться и дальше так же активно. Нам остается пожелать Константину Сергеевичу успехов и крепкого здоровья. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».